Здорово, мой дорогой друг, это я, Тим Мацони. Очередная порция реакции на топовые батлы по битбоксу. И не только, и просто на битбокс. Устраивайся поудобнее, погнали лицезреть, что ж там мои подписчики мне закинули в телеграм-канал. И сегодня у нас на повестке дня Дилоу. Дилоу, я так понимаю, это соло-выступление. Сейчас посмотрим, что он выдаст, сейчас мы проверим все. Я буду по факту, если я не смогу сдерживать эмоции, я буду ставить на паузу и начинать просто выплескивать свои эмоции. Let's go, let's go. Set the bones to dust. Let the city rust. It's the future we see. No, it won't end the death of me. Извините, знаете, на что это похоже? Как будто батёк пьяный просто взялся за микрофон, выбирая песню, параллельно он что-то орёт в микрофон. Я не знаю, почему у меня сейчас ассоциация такая была. Все, let's go, извините. It's the future we see. No, it won't end the death of me. Bone dust. Я, знаете, что вот на что хочу обратить внимание, что каждый раз, когда уходит Дилоу выступать, у него постоянно что-то новое, постоянно какая-то новая фишка. Это не может не радовать. Аригато. А это получается какой-то у нас фестиваль или все-таки это битбокс-баттлы? Что это за такое мероприятие? You'da get to talk like this. You'da get to run your dirty mouth like this. Jump into the kick and then I land in a skid. I would say it's calm, but you're taking the piss. Whoa. You'da get to talk like this. You'da get to run your dirty mouth like this. Jump into the kick and then I land in a skid. I say it's calm, but you're taking the piss. Whoa. You'da get to cough like this. You'da get to talk your dirty cough like this. Jump into the kick and then I land in this skid. I would say it's calm, but you're taking the piss. Whoa. You'da get to talk like this. You'da get to run your dirty mouth like this. Jump into the kick and then I land in this clip. I would say it's calm, but you're taking the piss. Like this. Like this. Like this, like this, jump on the like this, like this, jump on the like this, jump into the cooking and I blend in the spit. I'ma say it's calm, but you're taking a wow. Очень сильно не хватает сейчас звука зала, вот их эмоций, они, к сожалению, не передаются сейчас. Очень сильно этого видоса не хватает. И у меня вопрос, а почему они все в масках? Talk like you look at the dirty mouth like jump into the then I land in a I would say it's but you're taking a you
Nana Korobi Yaoki. Ой-ой-ой, вот это прикольно было. Но самое интересное, сейчас слышно их хлопки. Я знаете, что еще хочу подметить? Вы не представляете, как вот так вот тяжело стоять 6 минут. Понятно, это вроде как бы ерунда, но не тут-то было. Вы попробуйте вот так вот 5-6 минут без остановки стоять и фигачить битбокс. Вот именно вот в таком формате. Знаете, такой вот вышел, как лайфстайл такой вот вышел и начал делать без остановки. Это охренеть как тяжело, это охренеть как трудно. Аригату гозаймас. У меня до сих пор остались вопросы, почему они все в масках, и мне почему-то так жутко на это смотреть, когда какой-то мероприятие выступает артист, и тысячи, там, десятки тысяч людей стоят в масках. Я не знаю, почему мне почему-то так стрёмно от этого. Очень странно. Japan. Странно. Вроде бы все это закончилось, а они все до сих пор в масках стоят. Касаемо делов, ну... Тут вообще без комментариев. Его техника, его подача, его формат. Ну тут все. У меня нет слов. С вами был я, Тим Мацони. Не забывайте про телеграм-канал. Кстати, я свой инстаграм восстановил, запрещенную вот эту вот платформу. У меня восстановилась страница. Кто меня потерял из виду, если что, я по тому же никнейму Тима Базук. Обязательно подписывайтесь. И да, пишите в комментариях, если вы не хотите заходить в телеграм. На какой видосик бахнуть реакцию? На какой видосик сделать обзор? Погнали. Ой, какой погнали. Пока. Пока.